Приветствую вас, дорогие зрители. Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Я Медведчук Виктор Владимирович. Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры, заявил Медведчук. В заблокированном российскими войсками Мариуполе остаются около 120 тысяч мирных жителей. Город продолжают защищать бойцы полка Нацгвардии Азов, 36-й бригады морской пехоты и пограничники. Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По версии следствия, он причастен к срыву контрактов на поставку угля из ЮАР в Украину и организации незаконных его закупок с временно оккупированных территорий. 12 бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином РФ и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли. 16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!